Привет, ребята, вы на канале Живая Планета. Давненько у нас не было роликов с участием игрушечного пистолета в главной роли. Но вот она, долгожданная четвертая часть роликов, на что способен игрушечный пистолет. Погнали! Сейчас мы проверим, может ли подвинуть пули этот мячик. Да, в принципе, энергии у пули хватает, но не так прям сильно. Ок, тогда возьмем табуретку и, в принципе, протестируем наш автомат Калашникова на ней. Но это было ожидаемое. Пуля даже ее не подвинула. Давайте еще раз. Нет, к сожалению, энергии пули не хватает на то, чтобы сдвинуть табуретку. Но давайте возьмем что-нибудь более легкое. Кейс Завры. Сверху я стрелять вот так не буду, потому что может помяться очень мощно картон. И кейс будет испорчен. Поэтому стрельну, наверное, с бока и с не очень большого расстояния. Что это было? В любом случае, еще раз. Да, это, честно говоря, я думаю, вот будет посильнее, но, к счастью, кейсик наш не пострадал, он в полном порядке. Ну, не считая того, что вчера мой пес его погрыз. Ну, наступила пора мячиков. Давайте возьмем вот этот. Ну, я надеюсь, он не лопнет от такого выстрела. Ребят, я не попал, давайте заново. Прицел. Ну да, он его откатил. Надеюсь, мячик в порядке. Так, ребятки, мячик у нас в полном порядке. Ну, давайте приступим к тяжелой артиллерии. Вот такие вот футбольные мячи. И вот это у меня самый такой легенький. Обычный детский мячик. И это все? Он даже не смог его подвинуть. Ладно, давайте возьмем уже такой более крупный и массивный мяч. Берем прицел и... Это была неудачная попытка. Да, к сожалению, силы пули не хватает, чтобы отодвинуть этот мяч. Ну ладно, возьмем мячик полегче. Да, пуля не может его, как видите, сдвинуть. Но он немного хоть покачивается. Ладно, теперь возьмем очень старый и огромный тяжелый мяч Микаса. Баскетбольный. Он хорошо катится, поэтому шанс на то, что пуля его подвинет, высок. Да, она его подвинула. Давайте подальше стрельнем. Так, давайте. Раз, два, три. Чик-чик. Ну да, он его немного все-таки сдвинул. Ребята, теперь хватит ли у пистолета сил закрыть дверь? И нет, ребят, не хватило. Вот эту дверь я закрыл уже сам. Пуля просто прилипла довольно-таки сильно к двери, но... Да, ребят, она подвинуть его не смогла. Дальше у нас идет вот такой картонный компьютер, который я сам сделал. Давайте протестим. Ребят, вы слышали этот звук? Он даже немного погнулся, но выровнять для меня его будет с ноль проблем. Да, кстати, сразу говорю, вот этот именно пистолет предназначен для того, чтобы играть в дартс. То есть вот так прицеливаться в мишень и пулять пулей. Блин, как-то сказал не так-то. Но, надеюсь, теперь вы поняли, что стрелять такой штукой в своих друзей это опасно. Ну, особенно в глаза или там, не знаю, в лоб. Всем спасибо за просмотр данного видео. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. На этом все. С вами был канал Живая Планета. Всем пока-пока.